Приветствую вас, любители городушечки. Наконец-то мы вернулись. И как ни прискорбно это говорить, но, к сожалению, это предпоследняя серия этого сезона, потому что я уже устал и от городушечки, и от этих бесконечных вылетов и крашев из-за модификаций. Ну, вернее, не из-за модификации, а из-за всяких там моделей и тому подобной фигни. В общем, на чем мы тут остановились с вами? Это у нас деловой район получился. И сегодня мы начнем строительство вот здесь вот жилого района вместе с коммерцией, потому что людишкам же надо где-то работать, правильно? Въезд в этот район я решил сделать не через всякие там вот эти вот штукенции, которые будут над трассой, я решил сделать тоннель, который будет проходить под вот этой магистралью, выходить где-то вот здесь, и отсюда уже людишки мои смогут попадать в район. Поэтому мне для этого нужно сделать здесь шоссе, то есть проспект, который, наверное, будет вот такой. Такой мне нравится, он классный. Вот до сюда он будет выходить примерно. А здесь будет тоннель. Ну ладно, сейчас сначала жилой район мы сделаем, потом уже подумаем, как там, что это дело прокладывать. Так, ну центральный проспект, само собой, все по старинке, ничего нового. Так, ну и дублерчики, наверное, я сделаю на этот раз, которые почему-то... А вот все, шикарно. Вот так, здесь будет съезд, и где-то вот надо подальше его делать, чтобы народ особо не парился со светофорами, поэтому я буду делать пореже эти перекрестки. Так, это у нас что такое? Трехполосное, ну почти шоссе, да? Это вот это, по-моему. Ну, где-то вот до сюда я его проведу. Стойте. Блин, опять с ландшафтом беда получается, видите, да? Тут такие углубления некрасивые, но здесь возвышение плавное, поэтому ничего не поделаешь, придется с этим смириться. Так, кстати, напишите, как вам звук. Я тут кое-что нахимичил, спасибо Жене Надбару, если кто не в курсе, кто такой Женя. Он мне тут подсказал всякие полезности по поводу обработки звука, и поэтому теперь должно быть получше все. Без кликов там, без всей этой хрени, вот. Я не знаю, что я делаю, я просто делаю, и вот посмотрим, как это все будет смотреться. Какая-то фигня получается, на самом деле. Надеюсь, что будет людишкам моим, надеюсь, понравится. Я не хочу особо, знаете, здесь супер плотную застройку, поэтому делаю большие такие... А смотрите, как интересно получилось, да? Она решила просто мост сделать здесь. Это прикольно, я даже не буду переделывать. Я изначально хотел здесь сделать такой полукруг, поворот, но раз уж такое дело она захотела, а чё бы нет-то, да? Так, а вот здесь у нас будет вот такая вот интересная отвороточка, которую я, наверное, сейчас подниму, потому что здесь слишком резкий спуск. Вот как-то так, что ли. Еще раз напоминаю, друзья, вам, к тем, кто спрашивает, какие модификации стоят в описании, под роликом есть прям ссылка на коллекцию. Но только сразу говорю, она багованная, и качайте на свой страх и риск. Но вы можете в любом случае просто зайти туда и посмотреть, что там за модификации установлены, чтобы вам было, так сказать, понятней. Чтобы вам было понятнее, что здесь вообще происходит. А смотрите, он опять мост делает. Это прикольно. А почему ты хочешь возвышение, дружище? Если я вот его не хочу, а ты вот его хочешь. Какой-то странный ты, товарищ. Надо этот чуток продлить и вот здесь соединить. Вот так. Интересно получается, на самом-то деле. И это, кстати, странно. Потому что я вообще-то не хотел здесь делать эстакаду. Так, 1 метр высота. 1 или минус 1. А, походу, глюк произошел, да? Да, произошел глюк. Теперь я могу выпрямить все на 0. Ну, бывает. А здесь один хер получилась какая-то хрень. Но если ее опустить, она, наверное, уйдет ведь, да? Нет, не уходит. Скотина. Как же тебя так сделать, чтобы ты с ума-то не сходила? Дорогу. Ну, слава богу. Так-с. Что у нас тут еще? Здесь вот сделаем такую вот отвороточку. Я делаю тупиками все, потому что у меня в городе это сделано именно так. Хрен ты где проедешь, скажем так, если повернул, то страдай. Страдай, сука, так, как никто не страдал. Ну, потому что города ж проектировали очень давно, и тогда и всем было похер, будут у тебя тут проблемы с трафиком или не будут. Собственно, вот так вот. Так, ну и давайте, наверное, тогда тоннель сделаем. Вот... Здесь, даже, наверное, вот здесь. Так, уезжаем вниз там, не знаю. Давайте на 12. Так, проезжаем под этой магистралью и выезжаем на поверхность, на свободу, так сказать.
и можно сразу соединиться с этой дорогой. Вот, собственно, такую хрень я хотел сделать, и я, собственно, ее сделал. Теперь надо что-то вот здесь вот расположить такое интересное. И можно будет, наверное, заселяться. Кстати, здесь наконец-то до этих чуваков дошло, что надо было электричество-то подсоединять вот отсюда. Здесь, кстати, я накосячил с этими столбами, почему-то они стоят на возвышенности. Ну ничего, мы как, когда это все подключится, я поудаляю это нафиг. Оно нам не нужно. Оно нам нафиг не упало. Здесь, правда, что-то почему-то все сбилось. Странно, кстати. А почему ты здесь не хочешь? Здесь же можно еще построить немного. Ну ты че? Давай использовать все место по максимуму. Что-то как я не знаю. Так, ну отлично. Я случайно удалил тут один очень важный аспект. Так. Здесь тоже просится какая-то дорога. Наверное, все-таки я сделаю это вот так. Потому что, ну, мне очень хочется, чтобы... Сказал, да, что будет плотность невысокая. В итоге оставил тут маленькую дырочку. Ну ничего, ладно. Придется смириться. Так, это мы выходим вот сюда. А здесь у нас шоссе. Где оно там у меня было? Вот оно. А что не 90 градусов-то? Алло. Придется делать... по-колхозному. Собственно, пару слов по поводу нового сезона, когда он будет, что в нем ожидать и все такое. На самом-то деле, я думаю, что выйдет он после того, как мы получим обновление «Зеленые города», заодно его посмотрим, ну и отдохнем, собственно. Постоянно играть в одну игру, знаете, это дело утомительно. Вот. Круг, кстати, у меня тут еще есть, и, наверное, я зря вывел сюда. Да, наверное, я это сделал зря, потому что это надо было делать раньше и куда-то вот сюда. Да, нет, вот сюда, наверное. С кругом, наверное, сегодня ничего не будем делать. Я его рассчитывал на то, что здесь будут вот сюда выезды, и куда-то вперед пойдет основная дорога. Но что-то сейчас я подумал, и будет ли у нас на это время в следующей серии, вот в чем вопрос. Потому что эта серия предпоследняя, и я знаю, что половина, а если, может, даже и большинство из вас скажет, ах ты, сука, не доделал и закончил, но просто честно устал. Устал нафиг я. Надо отдохнуть немного от городушечки. Городушечка — это круто, но надо и мир узнать же, понимаете? Постоянно в одно и то же играть, у тебя мозги вытекут. У меня вот уже текут, честно. Честно признаться. Так, а у нас тут проблема, да? У нас проблема, потому что шоссе у нас тут другое. Надо, ну, немного... Вот жалко, знаете, нельзя повернуть угол наклона. Она все равно будет плоская. Только если вот так сделать что-то такое. И это чуть-чуть приподнять. Вон. Ну, такое себе. Ну, тут ландшафт просто немного неудобный. Но в целом, я думаю, что пойдет. Так, и это все дело я изменю на вот такой вот проспект. Вот до этого перекрестка. Все шикарно. Или даже, наверное... Нет, все правильно. Все правильно, мы сделаем вот так. Вот здесь еще надо что-то придумать. Может быть, сделать автобусные карманы аналогично вот этому району или не стоит. Здесь всего два, в общем-то, кармана. Но в любом случае, в следующий раз я буду это дело проектировать заранее, наверное, даже на бумажке. Ну, короче, заморочусь конкретно. И у меня, по-моему, какой-то дятел тут завелся. Если услышите стук, вы уж извиняйте, соседи. Соседи всегда хотят что-то ремонтировать, когда я записываю. Это нормально. Так, ну и тут, наверное. А здесь, мне кажется, тоже надо какой-то проспект запилить, потому что уж больно много свободного места остается, если обычную дорогу делать. Во, вот так будет классно. Так и вот так. Не знаю тут. Ну, наверное, не стоит эту дорогу улучшать. В общем, вот жилой район у нас получился. Вот эту половину я вот пока не решил, буду ли я ее заселять или нет. Но в любом случае, функционал пока понятен, и в принципе все должно работать. Теперь давайте это все дело размечать. Значит, коммерция высокого уровня у нас будет вот здесь вот в центре. Этого, конечно, мало, поэтому я, наверное, сделаю еще вот здесь блок и вот здесь блок. А все остальное будет жилые районы, которые я обозначу прям вот такой вот большой и толстой заливочкой. Вот так, здесь мы это дело удалим. Так, здесь нам жилые дома не нужны. По идее, это же въезд в район, поэтому здесь, скорее всего, должна быть коммерция. Или хотя бы офисы. Вот здесь можно, кстати, офисы, а чё бы нет-то? Нормально, прокатит. Теперь подключаем сюда электричество. Каким-то, вот, не знаю, отсюда, что ли, протянуть. Тут у нас еще дорога будет. А вот отсюда подключим, точно, с сжигательных заводов. Потом все это соединится и будет отлично. Ну и трубы, само собой. Куда же без труб-то? Трубочки, трубище. Немного криво, но... Я уже, честно говоря, не заморачиваюсь насчет прямоты. У меня только одно сейчас, знаете, в голове. Сука, только не вылети. Вот только не... Потому что, знаете, если вылетает игра, я, к сожалению, не могу
сохранить то, что записано, потому что, видимо, какой-то глюк в кодеке происходит. Да, в общем, не буду вас парить. В общем, если вылетает, не записано. Вот так. Ну, и в этот раз я первый раз записываю это. Не знаю, вылетит, не вылетит. Но если вылетит, буду, сука, ругаться, блядь. Вот в следующий раз буду ругаться, мать его, так как никогда не ругался. Все, в общем-то, район готов. Включаем максимальную скорость и заселяемся. Да, машинки тут у нас едут. А еще, кстати, знаете, что можно сделать? Мне кажется, будет тоже не лишним. Не лишним будет запилить вот здесь шоссе, которое будет, наверное, вот такое. Вот где-то здесь, значит, сюда. И вот так. Тихо, сколько там я делал? Вот так. Да. И вот в этот перекресток мы впендюримся. Да, я думаю, что это... Там, правда, будет угол. Угол тогда 90 градусов. Ну, давайте пораньше. Окей, 45. Даже вот отсюда, что ли. Ну, вот так. И вот сюда. И разворачиваем. Вот. Ну, чтобы люди могли сразу попадать на этот тоннель и уезжать отсюда нафиг. Так, ну, а здесь, собственно, надо им попасть на трассу. Правильно? Правильно. А чтобы им попасть на трассу, им здесь выезд не нужен. Вот, вот что я думаю. А вот отсюда выезд можно сделать, потому что лишним точно не будет. Вот такой прям поворотик, где там 45 градусов у нас, вот. И, наверное, двухполоску все-таки я сделаю. Вот, собственно, работает. Надеюсь, по крайней мере. Давайте посмотрим, как это дело будет заселяться. У нас еще, кстати, не все. Не все почему-то. Это даже странно, честно говоря. Ну вот, пошло заселение, и это не может не радовать, да? Заселение это хорошо, главное что... А вот эти домики похожи на мои, кстати, да. Очень похожи, да. Так, ну, в общем-то, остается только ждать и верить, что все пройдет по плану. И у меня хватит ресурсов, которых, кстати, надо добавлять, вода уже на исходе. Вода, водушечка, на исходе уже. И куда ж тебя добавить-то? Уже и места-то нет, ё-моё. Ну... Давай я тебя тут. Да что ж ты прикручиваешься постоянно к набережной-то, а? Не надо так делать. Надо ставиться там, где я хочу. Почему она не подчиняется мне, а? Вот так. Ну, вроде все идет по плану. Я думаю, что в следующей серии мы этот район увеличим, улучшим. Вот сюда вот дойдем. Наверное, поставим здесь всякие школы, больницы, пожарки. И на этом, к счастью, а может и к сожалению, этот сезон будет завершен. Вот так. Но после этого в группе будет открыта тема с вашими предложениями и улучшениями следующего. То есть вы можете там каких-то челленджей мне понаписать, мне кажется, будет интересно. Я буду играть на ванильной версии, без всяких ассетов, без новых дорог, наверное, без всего этого дела. Оставлю только трафик-менеджер и вот эти скриптовые моды, которые помогают дороги передвигать после того, как их неправильно поставил. И... Наверное, все, потому что все вот эти вот ассетные моды я совершенно не хочу. Ну и играть будем, само собой, на карте американской, чтобы дома были красивые. А то у меня оба сезона европейские. Можно, конечно, прямо сейчас здесь сделать политику американских стилей. Но в таком случае все люди отсюда уедут, и будет дикий такой провал, который я бы не хотел, чтобы был. И вот. И, ну и вообще, вот российские здания здесь наши, да не только российские, тут, в общем, СНГ дома... Они иногда очень сильно выбиваются из общего стиля, но в целом смотрятся круто, конечно. Ребятам, которые их создавали, дикий и охрененный респект. У нас небольшая пробочка образовалась, но это потому, что новые люди въезжают в район. А еще, кстати, угу. А вы, ребят, почему решили именно так ехать, а? У вас же здесь есть отдельная дорога. Видимо, она им не особо нравится, да? Или она им не нравится, потому что у них здесь нет поворота направо? Да, скорее всего. Ну ладно. Просрется, можно сказать. Я надеюсь, что просрется, по крайней мере. Да? Да. Так, ну что, ребят, я думаю, что на этом можно завершить. Так, это какая у нас? 14-я, да, серия? Ну, в общем, эту серию можно на этом завершить. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Вы уж особо не обижаетесь, что сезон заканчивается. Просто на это действительно есть причины очень веские. Ну а у микрофона был Римпак и покусечка, да.